И всем привет, дорогие друзья, с вами Едат, и это новый видеоролик по Малами Академии. Их не было примерно 2 недели, и это новый видеоролик на Малами Академии. Произошел вайп, так что сейчас произойдет, ну, получается, мне придется делать все заново. Но мы начинаем, мы поехали, так что подпишись перед началом и поставь лайк. Зайдя на сервер, я сразу повернулся назад, спустился на шифт, чтобы пройти через полблоки. На Малами Академии установлено новое ядро, поэтому не удивляйтесь, если будет у меня слегка лагать. Ведь поставили новое ядро, поэтому теперь так лагает. Да, и перед ником теперь стоят точки. Так вот, сегодня мы будем добывать дерево, потому что, ну, сами видели, какой у меня дом. Поэтому будем добывать дерево, это будет долгий процесс, я вернусь. Ну, я говорил, что здесь другое ядро, поэтому лагает. Вот, наступает ночь, поэтому я побыстрее бегу к своей кровати. Да, потому что на севере я один, поэтому можно будет спокойно поспать. Сейчас, да, без фантомов и без всего, всякой этой нечисти. Давайте поспим. Все, утро, теперь надо как бы идти опять добывать дерево. Получается. Вот так, кстати, можно будет подглядывать в шахтах. Но это совсем другое дело. Здесь еще дается замедление. Ладно, пойдем дальше добывать дерево. Так как на Малами Академии был вайп, я в самом начале, когда зашел, от спавна не было ничего, то есть были деревья и все. Я сразу же убежал очень далеко. Будут такие вот моментики, потому что, ну, как бы долго я бежал. Сейчас озвучиваю на монтаже, получается, как вы понимаете. И я в самом начале убежал далеко, и поэтому я не знаю, что сейчас происходит вообще на спавне. Так что сейчас я приду, точнее, на спавн, и уже там посмотрим. Нифига себе! Это что, спавн? Ё-моё, нифига там машина. Просто, это что такое? Подождите, сейчас подбежим, посмотрим. Нифига себе домичек. Ну, нифига себе они тут отстроили махину просто. Чё это за... О, мост. Нифига себе, мост. Раньше, по-моему, не было моста, потому что не было рек. Офигеть. Это какой зверь это все построил? Это, походу, енот опять все строил. Потому что енот, кстати, очищал этот спавн. Да... Дырка. Вы посмотрите, какой огромный дом просто. Сколько именно, мне интересно, не потратили на это время. Потом я возвращался домой, получается. Это было долго. По дороге меня находило очень много зомби, криперов. И я еле-еле добежал домой. Так, вот я уже подбегаю, я по дороге собрал яблоко, хавчик бесплатный. Да, вот, поспим, короче. А, так, тут я не дотянусь, давайте тогда сейчас зайдем по брейку. Мне не нравятся, как бы, такие вот ступеньки, иногда забываю, как здесь проходить. Слава богу, на сервере был нот, и он сообразил лечь спать. Только что у меня завис сервер, поэтому я перезахожу, сейчас посмотрим. Короче, ребят, у меня все зависло, я не могу подбирать предметы. Ну, ломаю, но предметы не падают. То есть, короче, все зависло, грубо говоря. Поэтому сейчас я буду, наверное, выходить. Так что, ребята, если вы хотите посмотреть, как я буду строить свой дом, либо ждите, пока выйдет новый ролик, либо приходите завтра на стрим. И поэтому, ну, потому что я делаю нарезки себе по стримам и делаю видеоролики. Так что завтра приходите на стрим, и там я уже буду строить себе дом. Стрим, если что, будет в 12 часов по московскому, ну, в 12:00 по московскому времени, то есть утром. Fuck.